чем ты занят? Доброе утро. Чем здесь еще заняться? Смотрю телевизор. Барби? Ну да, Барби. А что? Знаю, что ей нужно. Пришла такая с пылесосом. Не-не-не-не-не, я пылесосить не могу. Я кино смотрю. Ладно, пойду посмотрю, кто еще чем-то занят. Мне нужно идти готовить завтрак, а у нас в доме такой бардак. Нас тут всех закрыли. А прибираться никто не хочет. А пылью дышать нехорошо ведь как-то так. Эй, девочки-мальчики, кто чем занят? Нужно пропылесосить. О, Панки, не хочешь пропылесосить? Нет, я не могу, я в ванну пошел. Я это, такой грязный, ух. Мне срочно нужно в ванну. Ой, Панки, ты что, стучаться нужно? Здесь так-то занято. Упс, извини, зайду попозже. А ты это, там долго? Нет, Панки, можешь проходить, я все. Вау, ну и отличненько. Сейчас подожду, пока девочки сделают все домашние дела. Потом вылезу, красота. Может, ты пропылесосишь, а? Не, не могу, я жду, когда Вероника отдаст мне очки виртуальной реальности. Мы с ней по очереди договорились играть. Ну так пока ты ждешь, ты же можешь пропылесосить. Нет, извини, а вдруг я очередь свою пропущу? Вероника, давай, моя очередь, а твоя идти пылесосить. А? Что? Ой, ничего не слышу. Вот так и живем. 2 недели на карантине, а прибираюсь и готовлю только я. Ребята, так нечестно. Какие вы после этого друзья? О, может, ты пропылесосишь? Ты же ничего не делаешь. Я? Как это ничего не делаю? Я пытаюсь растопить камин. Камин? На улице +35. Какой камин? Хватит врать. Уйду я от вас. Эй! А? Плохо слышу. Сейчас. Что? Хочешь пропылесосить вместо меня? Не, я хотела у тебя спросить. Ты что, завтрак еще не готовила? Я пришла на кухню, а там пусто. Нет, не готовила и не буду. Я вообще-то прибираюсь. Завтрак еще им приготовь. Все прибери. Угу. По-моему, завтрак сегодня на мне. Интересно, в какой из этих книг самый простой рецепт? Я готовить особо не умею. Здравствуйте, как поживаете, мои куколки? А, что? Опять медсестра пришла? О, нет, только не это. Здравствуйте, доктор. Нормально. Ничего не нормально. Когда вы нас выпустите уже, а? Эх, друзья мои, думаете, я вас тут держу специально? Такие правила. 2 недели карантина вам. А еще хорошая новость. Сейчас померяем температуру. Сделаю вам небольшой укол и приведу новенькую. Новенькую? Еще? Нам и так тут тесно. Куда еще новенькую, интересно? Не волнуйтесь так, она маленькая, много места не займет. Что-что? Еще прибавление? Интересно, что она на завтрак будет? Это же мне еще на одного человека готовить, какой ужас. Доктор, а что за новенькая? Может, она повар? Ага, а может, она из клининга и умеет хорошо прибирать? О, а может, это не она, а он. И он спортсмен, будет со мной играть. Так, а это уже интересненько. Пора мне отсюда вылезать. А вдруг это гитарист? Будет со мной. Сделаем группу, будем играть. Ага, что, интересно стало? Сначала процедуры, температура и укол. Подходите по одному по очереди. А новенькая или новенький? Просто замечательно. Я сама, правда, не знаю. Я еще его не открывала. Здорово! Так это абсолютно-абсолютно новенькая куколка Лау? Мальчик или девочка? А я откуда знаю? Говорю же, не открывала еще. Сделала анализ, а там показала, что пора к вам на карантин. Давай, самая разговорчивая, ко мне подходи. Ай, можно с закрытыми глазами, а? Так ты чего развернулась? Мне нужна твоя рука. Ой, точно забыла, да. Держи градусник 3 минутки, потом передавай по очереди. И температуру записывайте. Так, кому еще подойти? Так, подождите, не поняла. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А где 7-й? Сбежал, что ли, домой? Ой, нет, он был на 2-м этаже. Телевизор смотрел. Может, не слышит, сейчас я его позову. Ты что тут лежишь? Там медсестра уже пришла, всех проверяет. А еще новенькую скоро будет нам представлять. Новенькую? Ого, это долго они будут этот дом заполнять. Скоро здесь нечем будет дышать. Итак, захотел посмотреть свой любимый сериал? А не мне Барби давай включать. Ух, ну и карантин. Тяжелое время для куколов. Здравствуйте, я пришел. Ну и хорошо, а я уж думала, что ты сбежал. Так, ну что, девочки, мальчики, пора представлять вам малыша.
Как малыша? То есть это не взрослая куколка Лол, а малыш или малышка? А что мы будем с ним делать? За ним же нужно ухаживать. Да ладно вам, что за ним ухаживать? Накормите, напоите, памперс поменяйте. Вот и все дела. Ну еще на балкончик обязательно. Сходите погуляйте. Малышам свежий воздух нужен, да? Ага. Когда вы будете меня уже открывать? Гулять, 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 хочу гулять. А можно эту маску противную снять? А вот и нельзя. А погулять, конечно, сходишь. Ну что, пора тебе открывать. Всем привет, друзья. Сегодня у нас на карантине пополнение. Это малышка или малыш LOL Surprise серии «Шпионы». Давайте посмотрим, кто же там нам попадется. Очень интересно, кто проведет время с нашими куколками LOL заперти 2 недели. Так, и вот уже показалась подсказочка. Ага, здесь нужна волшебная лупа, чтобы что-то прочитать. Заметно тут, по-моему, конфета и сердечко. А вот что написано, не увидать. Так, ладно, открываем второй слой. Сейчас мы во всем разберемся. Нужно только дооткрывать. Так, и у нас последний слой. А вот и волшебная лупа. Ну что ж, давайте смотреть. Так, так, так. Ну да, это, по-моему, конфета и сердечко, все видно. А вот что там с надписью? Надпись тоже хотелось бы прочитать. Конфетное сердце, sweet hit. Сердце конфет. Конфеты из сердца. Ребята, кто хорошо знает английский язык, напишите нам, пожалуйста, что это значит. А мы пока будем открывать сюрпризы. 1, 2, 3, 4. И листок коллекционера. Давайте посмотрим, кто нам может попасться в этой серии. Что за малыш или малышка? Ничего себе, их тут ну очень много. И некоторые у нас в коллекции уже есть. Например, Soul Baby, Boogie Baby, Lil ATSBB. Кто еще у нас в коллекции? А, у нас даже была вот такая золотая малышка. Мы ее отправили в качестве приза в одном из розыгрышей. Ну что ж, давайте будем смотреть, кто же все-таки у нас попался. Вау, какая интересная сумочка. Что-то я такое не припомню, чтобы нам такая попадалась. Давайте смотреть, очень интересно, кто приехал из Болтау. Ух ты, какая симпатичная малышка с двумя хвостами в розовых трусиках. Так, 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 а как же ее зовут? Это у нас получается Lil Scribbles. Прикольно. Такой малышки у нас еще не было в коллекции. Давайте посмотрим, что у нее есть еще. Такое вот колечко. И еще что-то в пакетике. Так, так, ага, это... Вот такие розовые кроссовочки для нашей малышки. Ну что, привет, Скриблс! Привет, привет, Скриблс! Приветствуем тебя у нас в городе Лолтауне. Здравствуйте! Я где? Здравствуй, малышка! Пока 2 недели ты на карантине. А потом мы подыщем тебе прекрасных родителей. Или сестренку, или братика. Кого хочешь сама? Я всех хочу. И маму, и папу, и сестренку, и братика. А еще собачку и кошечку. А сколько я тут буду у вас на карантине? 2 недельки по правилам. Хорошо, я со всеми перезнакомлюсь. А вы пока мне всех подыщите, моих родственников, ладно? А? Ну что, друзья, всем привет. Это я, Скриблс. И теперь я живу с вами.